Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Как всегда, приступаем к ивенту. Это в первую очередь мы с тобой проходим, а потом уже смотрим все остальное. Так, ну и что здесь? Куча надгробий. Допустим, мне дают могилоеда. Интересно. Ну ладно, давай посмотрим, к чему здесь это все и для чего. Так, сталь, пускай здесь стоит. Угу. Фи. На изи. Так, подожди-ка. Пираты. Все равно сосунки, да? Давай, наверное, сюда сталью поставим. Это все будем уничтожать. Так, нам удобряшка выпала. Гаргантюах, по-моему, здесь нету. Так что можно, в принципе, расслабиться. Ничего страшного здесь не произойдет. Так, а зомби с ведрами уже идут. Ну, это усиленные, как бы, зомбарики. Ну, как видишь, у нас все под контролем. Прожигаем, будь здоров. Так, и это последняя, заключительная волна. Все, могилоеды больше нам не нужны. Давай вылуплять. Ну, я тебе могу сказать следующее. Этот ивент вообще, ребят, на изи. Согласись. Ну, меня интересуют больше все-таки награды. Ну-ка посмотрим. Ага. Примитивный горохострел плюс ледяной арбуз и 1000 голды. Обязательно, друзья мои, повторим. От такой халявы отказываться нельзя, согласись. Повторение — мать учения. Да тут, в принципе, ничего сложного нету, поэтому, как обычно, могила еды съедает могилки, а электрические горхострелы стреляют по зомбарям. Вот, в принципе, вся тебе школа танца. Можно поставить сюда сталью, хотя и не обязательно, но пускай. Орехи, естественно, галактические. Так, сюда поставим. Можно, в принципе, сделать и вот так. А можно сделать и вот так. Тут, то есть, есть, да, выбор и вариант наших действий. Хоба. Так, давай съедим с тобой ту могилку. Окей, сюда. Так, куда? Здесь теперь. Все на высшем уровне. У нас уже 10 тысяч монет заработано. Можем проходить какой-нибудь суперсложный ивент. Если вдруг захочется нам, да? То есть у нас хватит денег на покупку скиллов. Так, ну что, давай тогда мы 5 банана и 3 морковки и 1000 монет. Ну что, а теперь давай посмотрим, что вообще у нас здесь есть новенького. Зайдем на аренку, зайдем, посмотрим, что у нас там с Пенни происходит. Ну, а для начала возьмем, наверное, награды. Так, это у нас ежедневочка, да, получается. Так, ивенты есть? Ох, ё, ивент есть, ребята, новый. Так, Снэппи. Хм, премиум семена будут разыгрываться. Это хорошо. Здесь у нас что? А, ну, в принципе, тут прокачка, ребята. Во, можем с тобой нашу мину качнуть. 7-й уровень. Неплохо. Так, а у нас какой месяц? По-моему, апрель. В апреле мы с тобой еще покупали, да? Это уже будет... в мае покупка следующего растения. Так, давай-ка мы с тобой посмотрим, что у нас тут. Пиньяту заберем бесплатную. Так, я смотрю, у нас тут новенькое что-то. Какое-то новое растение. Кувшинка, серьезно? И солнцегриб, кстати, который мы можем прокачать. Ха-ха. Слушай, а вот эти у меня есть или нет?
Что я сейчас сделал? Я сейчас приобрел? По-моему, у меня такого нету. Снаппи. Нету, конечно, ребят. 250 нужно, да, для того, чтобы открыть. Я вас понял. Господа, что еще тут есть хорошего? Ну, пока я ничего не вижу. Вот этого нарцисса я так и не приобрел. Друзья, нарцисс так у меня, как говорится, недокачанным остался. Это только лишь еще 50 нужно. То есть даже если я буду тратить все гемы, у меня в любом случае не хватит, да? Так, а здесь можем вот так сделать. Что это за мета, кстати, у нас? Ага, мета-капканчик. По 25. Мы, в принципе, можем прокачать еще уровень. А там, кстати, нет следующей этой меты. Вдруг какая-нибудь новая мета откроется, я сейчас тут все потрачу. Наверное, нету. Хотя мы можем и взрывную мету. Кстати, она тоже классная, вот эта мета взрывная. О, новая, ребята, помните этот? С шариками-то, растение. Окей. Так, ну что. Хотел пиньету забрать, да, и потратился маленько. Заходим сюда, забираем остатки роскоши от наших наград. И бежим. Куда мы с тобой бежим? Бежим, посмотрим, что у нас там за задание в Penny Pursuit. Обновилось, не обновилось? По идее, должно. Да, ребята, новые события. Отлично. Так, 4 уровня. Ну что, попробуем с тобой здесь сразиться. За 5, так сказать, семян этого растения. Ну все, 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 хорош. Ромашка, давай тут. Не завлекайся, будем. Так. И что же, вот это, наверное, возьмем. Ох, елки ты палки. Не переборщил ли я случайно? Естественно, нам нельзя, чтобы они раздавили эти. Арбуз. Подожди, а вот это зачем? Не понял пока. Неужели тут еще машины будут? Опа, 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 это что такое, ребят? Вот это что такое? Эй! Спокуха, дядя! Вот этого я не знал, что он так будет делать. Ну-ка. А вот это что у нас такое делает? Раздавить сейчас, да? Или это ничего страшного? Что происходит, не понимаю вообще. А, все, раздавили, да, наши, получается, эти. Ну-ка, если я сюда, например, брошу. И сделаем вот так. А что он куда-то ушел, отступил? Ага, отступил. Возвращается. Вот он вышел и опять садится в свою вот эту вот. Это же у нас этот, как его увеличать-то? Скажи, я скажу. Займех, вот. Точно, ребята, это займех у нас. Упс, немножко не туда поставил, ладно, фиг с ним. Бомбим. Сюда поставим помидор. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, куда? Давай, наверное, так с собой сделаем. Тут еще и летунок. Видишь? На шарике. Да блин. Давай, 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 уничтожай, уничтожай. Блин, тут еще и летающие. Да кучи. Да вырубись ты. Как это, как люк гамон.
Получается хоть что-нибудь у нас там-то? Давим. Так, помидоры, помидоры. Помидоры, овощи. Арбуз, погнали. Куда нам? Сюда, наверное, надо. Блин, я не могу поставить. Ну, и... Так, они пока замороженные. Замороженные, обмороженные у нас. Все, да? Победили. Друзья мои, я простоял, так скажем, да? В этом нелегком положении. В общем, выиграли. Так, а что у нас тут? Только лишь гемы. Ну, давай посмотрим, что у нас тут. За 4 гема подеремся. Пока энергия есть. Что нам ее, солить, что ли? Покажите мне, что у нас тут. Понял. 3 в ряд. Что взять тут? Ну, давай гипноз возьмем, я не знаю. Поехали. Сколько нам там нужно будет продержаться? Сюда. Ага, 100. 100 матчей получается, да? Сюда. Теперь сюда сделаем. Давай. Без остановки бомбим. Что-то растерялся. Блин, растерялся, ребят. Что-то не могу найти. Вот комбинация. Комбинацию нашел. Дальше-то что, сюда? Допустим, потом сюда. Сделаем так. И все. А, нет, вот. Так, мы можем с тобой... Зачем мне орехи? Зачем мне орехи? Орехи — это последнее, что я, наверное, хотел бы здесь ставить. Будем честны. Давай так вот сделаем. Теперь сюда. Сюда. И сюда. Сколько там у нас? Всего лишь 25? Ну, что так медленно-то? Я уже думал... Давай, 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 уничтожаем. Эть, не могу. Ну давай ты переставляйся, господи, не хочет ни в какую, понимаешь? Давай, 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 вжариваем. Слушай, слишком сложно здесь, ребята, они как-то чересчур сильные. Чересчур сильные здесь зомби. Ты посмотри, что у меня тут с землей творится. Просто ад. 100 матчей мне уже сделать. Как ты их тут сделаешь? Обновить землю. Никаких денег, да, не хватит? Не-не-не, все, тут проиграем. Тут мы, к сожалению, проиграем. Я ненавижу, если честно, вот эти вот 3 в ряд. Ладно, пускай, короче, проходит здесь. Бесполезно здесь драться. Чу-чу-чу-чу, всех там под откос. А пока мы не пройдем, нам не откроют с тобой следующий доступ. Ну, возьмем тогда первый уровень сложности. А что? Как будто варианты какие-то есть, да? Вариантов нет абсолютно. Да ну что ты там дергаешься? Ну ничего же не получится. Можешь даже не стараться. Я только зря деньги, конечно, потратил на вот эти вот электрические разряды. Надо было сразу сдаваться, да и все. Ну все, все, зашли домой. Все, молодцы.
Дэйв, бедный, попал. Я выхожу на карту и попробуем с тобой все-таки первый уровень пройти. Это что-то, ну, перебор просто-напросто. Поехали. Сколько нам здесь надо матчей выиграть? Ну, во-первых, тут и мало будет, и зомби сами по себе будут полегче, поэтому нам без проблем должно это все даться. Сколько там нужно? Не увидел. Так, гипноз — это полная чушь. Давай вот этот, наверное, возьмем с тобой. Ну что, погнали? Блин, тут 100 матчей тоже нужно сделать. Тю-тю-тю-тю. Так, погоди секунду, давай сюда, наверное. Сейчас, сейчас, сейчас побегут. Начнут тут разгуливаться. Сюда. Что там у нас? Все нормально? Справляемся пока? Так, орех сюда поставим с тобой. Так, секунду, секунду, секунду. Куда бы мне? Давай, наверное, наверх так вот сделаем. Тут с орехами все пока нормуль. Вот так вот, капусточку. Куда нам дальше? Ох, не так немножко сделал. Я уже потом увидел, что была другая немножко комбинация там. А, это волны, которые отталкивают, да? Зомби периодически появляются. Я думаю, что это такое там летает. Сюда сделаем так. И... Так, погоди секунду. Где комбинация? Я не вижу комбинации. Надо вот так вот сделать. Поехали. Вот, совсем другое дело. Так, а здесь у нас капусту вот сюда поставим. Капусту. Орех становится прокачанным. Деловым. Так, погоди, секундочку. Вот сюда орех. Да, сюда орех. И вот так вот сделаем. Великолепно. Сколько у нас там? Блин, всего 43. Да что ж так медленно у нас все идет. 43. Надо побыстрее. Значит, эти зомбики нас тут раздавят. Они будут идти, идти, их все больше и больше будет. Так, значит, сюда. Ты видишь где-нибудь камбу? Я пока не вижу. Пока я комбинацию не вижу. Вот, нашел. Одну нашел. Сделаем вот так. Сюда у нас. Давай так еще сделаем. И орехи объединим. Потом сюда. Наверх. Сейчас, секунду. Вот, нашел. Нашел комбинацию. Выставляем так. Сколько? 63, да, уже? Осталось немножко. Так, здесь. Сюда. Капусту мы вот здесь поменяем. Потом сюда. Опачки. Отлично. И, блин, что-то не вижу. А, вот, нашел. Нашел камбу. И все, и как отрезало, что-то... Растерялся, не могу понять, где. Все начало в глазах. Ну-ка. Это не катит, да, так? Это не считается у них. Кто там заорал? А, этот книголюб, что ли? Он обычно так, по-моему, кричит, насколько я помню. Так, осталось немножко и в то же время множко.
И в то же время множка. Так, 79. Слушай, меня здесь потихоньку уже начинает прессовать. Хоть мы с тобой как бы и зомби отталкиваем эти, но... Меня так не устраивает совсем. Давай сюда. Так, хорошо, сейчас мы там с тобой капусточкой-то их огрели. Здесь, потом сюда. И вот так. Вон он тот. Да-да-да, ребята, вон он. Чтец. Блин, нам еще 6 осталось. Всего 6. Не вижу комбы. 3. 3 комбинации, ребята, осталось. Да иди ты, блин. Вот он прибежал, а, ты посмотри. Достал. Я не вижу никакой этой комбинации, ребят. Сюда. Все. Прошли, 800 монет. Жесть какая-то. Так, ну по идее нам должны открыть следующую, но у меня, ребят, не хватает уже энергии, я все потратил. А так бы я поборолся бы здесь. Хорошо. Так, забираем с тобой опять же награды. И пойдем, пройдем ивент. Ну, попытаемся, по крайней мере, да? Вот этот вот. Заодно и посмотрим, что представляет из себя это растение. Ну-ка, вот оно, да? Это какой-то горохострел и зубостезило, что-то вместе, да, такое? Кукуруза. Кукуруза. Ох ты. Схавал, прикинь. Он просто хавает зомби издалека. Вот он что-то творит. Понял, будем знать. Кукурузки, это, конечно, все хорошо. Ну давай, давай, захомячивай. Опа. Так, сюда. Слушай, а что он делает, интересно, под удобрением, а? Давай проверим. Что-то не получилось у меня проверить. Вот так, давай. Ну-ка. Ох ты. Львиную долю, да, этих лопухов съедает. Зомбятины. Слушай, такой расклад меня устраивает вполне. Это даже очень круто. Давай сюда поставим. Так, заморозку сюда. Потом здесь. Но съедает он только одного зомби, да? Даже если они, например, стоят все на одной клетке, он все равно только одного съест. Понял. Так, замораживай, замораживай. Отлично, удобряха. А почему ты не стал вот этого съедать? Интересно мне знать. Этого-то выгоднее было бы. Как по мне. Потому что он опаснее. Он же все-таки в этом... С железным ведром идет на голове. Очень прикольное растение, мне нравится. Я не знаю, как вам, пишите, ребят, в комментах. Как вам этот полугорох, полузубостезило? Я не знаю, как еще назвать их. Хопа, захомячивают. Только за милую душу, да? Так, давай дальше. А, все, мы прошли. Мы прошли. Так, ребят. Идем на следующее испытание. Это было первое. Так, переходим на второе. А потом третье и компот. Ты чего только меня смущает. Ну-ка давай проверим. А он, интересно, могилки будет есть? Нет, не будет. Могилки он не употребляет. Лоб. Лоб.
Но зато он съедает любого. Я так понимаю, любого зомби, да, наверное, все-таки он съедает. Кто бы ему не попался. Хотелось бы именно в это верить. Давай сюда. И вот сюда. И вот сюда. Поедайте везде этих зомбарей. Ну-ка, вылупляем. Давай, пират, этого схомяч. Магнит. А зачем мне магнит? Здесь, скажи-ка мне на милость. Зачем-то здесь нужен магнит. Наверное, пойдут уже усиленные какие-нибудь. А, мы ведро с тобой тоже можем, да, все-таки притягивать. Понятно. Я думал, что он только... А, он еще выплевывает, прикинь, он выплевывает. Съел зомби, например, да? И выплевывает какие-то там остатки. Вон, головы, прикинь. Прикольно. То есть скушал зомби и еще им раскидывается, бросается. Мне нравится. Так, золотая монетка выпала. А ну-ка. Замечательно, давай еще. Так, тихо, малыши. Не исчезайте. А, блин, половина уже исчезла. Жаль. Ну, вот эти вот ночные грибочки. Они начинают вначале бледнеть, потом моргают и исчезают. Я думал, что успею их реанимировать с помощью суперудара, удобрения. Но нет. Не успел, не получилось. И я так понимаю, у нас с тобой последний зомби. Вот тут идет, крадется. Давай, выплевывайте там голову. На! Круто. Так, забираем с собой монетки. И переходим на третье, получается, событие у нас. Третье событие. Их всего 5. Так, стоп, 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 стоп. Вот сюда заглядываем. Вот оно. Так, и что у нас здесь? Ага. Буйволы плюс водяной гаргантюа. Интересно, он гаргантюаху сможет съесть? А? Как думаешь? Или бизона? Вот меня это интересует очень сильно. Так, ладно. Пока эти ребята тут у нас расстреливают. Панкуши идут. Мелкие, никчемные. Ладно. Давай вот так вот сделаем. Так, еще по редку, наверное, здесь поставим. И это будет оптимально. Так, съел. И сюда. Так, мы можем с собой, в принципе, знать, что сделать. Вот так вот. А нужно? Нет, подожди, пока не будем. Пока не будем активировать. Вдруг что-нибудь тут поменяется. Хотя я почему-то сомневаюсь, что тут что-то поменяется. А вот теперь, наверное, пора. Вот. Самый смак. Давай сюда поставим. Так, потом сюда. Горохострелы. Окей. Погоди, 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 нужно вот так вот делать. Быстрее, срочно. Еще. Да куда ты, блин, ты же не, ту не туда. Так, там у нас, я смотрю, взрывной, да, бежит. А вон там и гаргантюаха прибыла. Просто хочется посмотреть, сможет ли съесть. Понятно пока. Ну вот, смотри. А, вот что он делает. Он просто стреляет. Съесть не может, но он обстрел делает. Видишь, так вот. Тюн-тюн-тюн-тюн сверху, отлично. А если мы сзади поставим? А сзади он не активен.
Да, ребята, если сзади зомбарей ты ставишь, он не разворачивается и не бомбит их. То есть только спереди. Будем знать этот факт. Ну что, у нас с тобой четвертая миссия. Давай посмотрим, что тут. Ну, показывай давай. Угу. Книголюб, я смотрю, этот газетник, да? Плюс рок. Как там его назвать-то, не знаю. Рок-гитарист Гаргантюа. Можно его так, наверное, величать. Так, этот свои сейчас кости, естественно, могилы будет выставлять. Так, внизу идет. Так, а что, а где растение-то, эй? Не пойму, все что ли? А, вот, вот, появился. Съели. Удобряшечка. Так, могила ед. Давай, наверное, вот здесь вот схаваем. Забираем. Выставляем. Так, опа, на. Активируем, друзья мои, активируем. Блин, а вот этот вот щит их спасает, я смотрю, да? Так и есть, он их спасает. То есть мы не можем прострелить. Где там этот газетник-псих? Смотри, наяривает там. Как сумасшедший. Опа, виноградина. Ну-ка. Замечательно. Так, два удобрения. Давай, наверное, одно с тобой активируем. Вот так вот. Так, секундочку. Еще активацию. Найс. Так, сейчас пойдет еще Гаргантюах, да? Вон он. Хе-хе. С полтык разобрали мы его. Ну-ка. Все. Да, друзья мои, прошли. Причем довольно легко. Ну и остается у нас всего лишь одна миссия. Мы с тобой, в принципе, ивент этот пройдем. Поехали. Покажите, пожалуйста, что здесь у нас будет. Ага. Их не должны, ребята, уничтожить. Блин, а тут маги. Хм. Ну, понятное дело, что стали. Плюс мины. Опять стали. Эндуриан. Опять мина. Ага, схомячили. Лазербин. Лазербин, так, а это у нас, ага. Жить сдули. Так, огородник идет. Взорвался. Ха-ха. Огородник. Надо сталью ставить. Эндуриан. Так, а вон, ребята, и маг. Прекрасно. Так, лук. Пускай он там постоит, подергается. Так, они прошли здесь, да, все-таки? Как быть? А, че я парюсь-то? Вот так сейчас мы с тобой. Опа, и все. И отлично. И здесь то же самое. Вот так вот. Блин. Лук, давай, давай, давай. Не знаю, выручай как-то. Допустим. А здесь, наверное, поставим мину.
Как-то вот так должно быть у нас. Сюда эндуриана поставим. Вот так. Ну, по идее, должны здесь справиться. Ну, неужели вот с этими зомбарями мы не справимся, а, ребят? Справимся, должны, обязаны. Так, мина. Давай, давай, созревай. Хотя это уже не обязательно. Вот и все. Вот и великолепно. Довольно легенький такой был ивент, если честно. Но нас интересует награда. Так, это будет одна пиньета, в которой у нас... Ага. Прокачать можем. Хм, окей. Так, Аки. Солнцегриб. Тоже, кстати, прокачаться готов. И что еще у нас тут? Гипнокапуста. Так, ну этого у меня нет, Голдблум. Но все равно приятно. Все, да, получается. Больше у нас тут пока нету никаких новых ивентов. Ну, неплохо, я считаю. Так, друзья мои, и остается у нас что? Ну, только если заглянуть на аренку по-быренькому. Кстати, по поводу прокачки, давай-ка глянем с тобой. Хватит ли у нас денег прокачать растения? Пенек-то понятно, 20 тысяч там. Вот, солнце. Блин, тут 5 тысяч, а этот 10 тысяч. О-о, так, а тут 10 тысяч. Ну и ценники, ребят. Да. Обалдеешь. Ну что, давай посмотрим, что у нас на арене новенькое. Если там вообще что-нибудь новенького. Надо выйти. И заходим сюда, смотрим. Ага. 5000 можем заработать. И то самое растение с шариками, друзья мои. Ну что, у нас с тобой есть одна перчатка, да? Плюс одна перчатка бесплатная. Ну что, поехали. Попробуем. За первую победу мы с тобой получаем 5000 голды. Ох, ё-моё, а что это такое? Торт, пирог и все дела, да? Это босс, видимо, здесь. Из пирога торчат ноги. Из пирога торчат ноги. Что ты прикажешь мне делать? Короче, наносит усиленный урон. Взрывные, да, я смотрю. И замедляшки, временники. Ну, допустим. Так, оливки у меня нет, к сожалению. Так, шарик у нас тут есть. Значит, возьмем с тобой вот эту мяту взрывную, получается. Блин. Так, 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 секундочку, секундочку. Давай, наверное, возьмем с тобой вот этот еще. Вишневку. И скри... А, подожди. Подожди. Да ё-моё. Вот так вот сделаем, потом вот так. Нет, лучше я, наверное, возьму солнцегриб, скорее всего. Тут у нас гаргантюа. Как подарочная упаковка, да? Закутан. И что же мне с тобой делать, а? Капусту? Гипнокапусту, в принципе, можно было бы взять. Что ты скажешь, а? По поводу гипнокапусты. Вот и я не знаю. Как тут лучше сделать. Свеклу я брать не буду. Кого взять-то тут, а? Ну, серьезно. Может, кабачок? Ладно, возьмем солнцегриб. Все, фиксим. Ребята, мы так будем... Ой-ой-ой, я только сейчас увидел, что здесь... Ладно, уже поздно. Так, выставили мины. Выставляем с тобой вот так. И все, ребят, поехали. Надо было могилоеда брать.
Опа-на. Хорошо там бумкнуло, кстати. Нет, я пока не хочу тратить. Давай сделаем вот так. И вот так. Ну куда ты прешь-то? Вот куда ты прешь? Скажи-ка мне на милость. Разогнался он. До трех шариков, говоришь, да? Можно, да? До трех шариков можно одновременно выставлять. Вот таким вот образом это все происходит. Так, там взрываются. А вызывай давай этот надувной шар гигантский. А вон и босс идет, смотри. Это же босс, я так понимаю. Эй, куда это ты прибежал? Хмырёныш мелкий, ты посмотри. А это что-то в торте сидят и даже не выглядывают. Ха-ха. Понял? Тынь-дырынь-дырынь, побежали. А почему не побежали? Немножко в другую сторону. Можешь мне это объяснить? Так, меня противник, ребята, опережает. Как быть-то тут? Там кто-то ползет у нас. Опа, гем выпал. Давай сюда взрыв. Срочно вызываем подкрепление. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, бежит, бежит, бежит сумасшедший. А чё ты так быстро-то? Ему что, по барабану, что ли, не мог понять? Да, ну такого быть не может. Чё-то у меня вообще, ребята, все встало на месте. Никакой движухи. Так, подбили. Да, я тут проиграл. Мне не хватило буквально чуть-чуть, ребят. Что-то как-то... Не знаю, я, конечно, переиграю, но что-то мне не нравится. Весь этот подход. Мета взрывная, от нее толку вообще ноль. Если честно. И зомбари идут, 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 идут. Как-то вот не зашло. Ладно, фиг с ним, ребят. Давайте следующий поединочек. Ну, если я, к примеру... Сделаю вот так. А потом-то что? Вот этот вот? Да я не хочу его брать. Вместо гриба я, наверное, возьму все-таки вот эти вот на двойные подсолнухи. Так, стоп. Так дело не пойдет. Берем мину. Кстати, надо было мне действительно мины. Не вот это, наверное, выбрасывать. Хотя этот лучше будет, да? Посерьезнее, чем мины. Можно взять гаргантюа. Ой, гаргантюа. Гипногрип. Тут еще и бегуны спортивные будут, зомби, что ли? Оу. Это заявочка. Так, подсолнух. Ну, в принципе, и все. Делаем так и... И вот так. Погнали. Не знаю, зачем я взял могилоеда. Я думаю, что здесь можно было бы, в принципе, и без него справиться. Так.
Давай сюда. И вот сюда. Подсолнухов мало, надо побольше. Вот это уже по-нашему. Взрывай, взрывай, взрывай все, что здесь есть. Бежит, бежит торт. Торт побежал, ребята. Так, погоди, давай сюда. Лопнул, да? А если вот так сделаю? Ну, взорвался. Тогда еще разок. Прекрасно. А вон они эти. Все погибли. Вот и Гаргантюаха. Куда это ты разогнался, парень? Давай сюда. Эй! Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Да посмотри, что делает, а? Так, тут еще это со своими подарками. Ну-ка, давай, выпускай. Пускай взрывается. И запускаем с тобой. Пока еще рано. Так, сюда мину. Че, активировать? 448. Слишком много их тут в этом тортике, да, я смотрю. Так, опять гем. Ну, это типа праздника. Все дела. Хочу сделать вот так вот. Эх, не успел. Но, тем не менее, мы с тобой выиграли, и я забираю 4 пиньеты. В общем, ивент прикольный, на самом деле. Так, болгарский перец. Дальше нам что тут? А, лук выпадает. 10 бананов. Кстати, бананы мы можем с тобой прокачать. 10 крокодильчиков. Кстати, тоже их можем прокачать. Нифига себе у нас. Сколько растений на прокачку уже. Где только взять столько денег, согласись. Ну что, ребята. У нас еще, по-моему, есть перчатка или нет? Я что-то подзапамятовал. Перчатки больше нет. Конечно, можно посмотреть рекламу. 9000 у меня всего лишь. Где этот банан? Крокодил. Ага, крокодила можно прокачать. И... А банан требует 10 тысяч. Как-то вот так вот. Да? Ага, мы можем еще вот этот, солнцегриб, прокачать. Четенько все. Ну, мне нравится, когда у нас идет прокачка растений. То, что нужно, да? Так, сейчас я зайду, наверное, на огородик свой. Где он там у меня? Хочу глянуть, что у нас там по семенам. Может быть, там уже никого и нету. Опа. Отлично. Так, это забираем. Грушу забираем. Электрокамыш забираем, здесь засаживаем. Ну, как ты видишь, все великолепно. Очень даже неплохо. Где жужу? Я требую сюда жужу. Вот она прилетела. Опыляй. Ну вот, наверное, вот этот чертополох. Ну что, дорогие друзья, а на этой ноте, наверное, мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.